За ежемесячной выплатой из средств материнского капитала обратились 166 семей республики. На счета получателей государственных сертификатов направлены почти 7,5 миллионов рублей. В ближайшие дни в Петрозаводск из Ла-Рошель прибудет путешественница Франсуаз Дион. Весь путь от родного города до столицы Карелии женщина проедет на велосипеде. В новом выпуске программы «Орел и Решка» рассказали про путешествие в Карелию. Ведущие побывали на острове Кижи, в отчине Талви-Убка и познакомились с карельской кухней. Компании-установщику электроавтоматов грозит крупный штраф за недобросовестную рекламу. Листовки о необходимости замены электроприбора распространялись по почтовым ящикам многоквартирных домов. Очередной рейс экомобиля состоится в этот четверг. У жителей Петрозаводска примут ртуть, содержащие отходы. С графиком работы можно ознакомиться на экологическом портале Петрозаводска. По данным Роспотребнадзора Карелии, с начала опасного сезона клещи покусали почти 3000 человек. Зарегистрировано 24 случая энцефалита и 28 боррелиоза.